Газу, газу, газу. Хо-хоу. Молодца. Давай, давай. Воу. Давай еще совсем немножко. Отлично. Финиш. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик. А также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Круто, круто, все круто. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И мы продолжаем играть в нашу замечательную игрушку Hot Wheels Race Off. Ну что ж, ребятки, новая трасса ждет нас. Новые приключения. Поехали! Воу-хо-хоу! Вы только посмотрите на это, ребята. Посмотрите, какой огонь вырывается у меня из выхлопных труб, которые, ребятки, расположены прямо в двигателе. Вот это я понимаю, настоящий, сильный, мощный, ребятки, автомобиль. Ох, вы только посмотрите, как он назад едет. Ребята, он назад едет еще быстрее, чем вперед. Вы себе вообще можете это представить? Ох, ребяточки, вы только посмотрите, как это круто. Тихо-тихо-тихо, тут надо быть аккуратным. Ага, потому что здесь у нас вот что. Поехали, вот это мощь. Вот это у меня либо Dodge Challenger, либо Chevrolet SS, ребятки. Давай-давай, видите, он даже без разгона поехал на эту штуку. О-о-о-о. Ого, вот это мощь. Это, ребятки, этот двигатель не дал мне упасть прямо в яму. И теперь я, ребята, именно я решаю судьбу всех автомобилей в этом... Давай, газу, газу, газу. Хо-хоу. Молодца. Давай, давай. Воу. Давай еще совсем немножко. Отлично. Финиш. Круто, ребятки. Круто. Мы прошли этот уровень. И мы продолжаем, ребятки, играть в следующий уровень 25. Ребятки, мы на крутом нашем автомобильчике. Поехали. Жун-жун-жун-жун-жун-жун. Ой-ой-ой-ой. Тут надо ждать. Надо ждать. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял, понял. Так, давайте возьмем заново и покажем, как надо правильно ездить. Так. Стоим, стоим, стоим. А теперь газу. Ох, хорошо. Давай, малыш, газ в пол. Отлично. Ребята, вы только посмотрите, как я... Ого, вот это скорость. Реально круто. Воу. Ребята, что творится? Сальтуха, давай, давай, давай. Отлично. Вот это да, вот это, ребяточки, автомобиль. Вот это, я понимаю, настоящая американская мощь, дорогие друзья. Воу, прыжок, прыжок. Тихо, 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 Юра, здесь кран. Стой. Ох, отлично, ребятки. Хорошо, что у крана здесь есть дверца, которая открывается только после того, как он меня привез. Так, тормози. Здесь лифт, кран. Второй, газу. Отличненько, дорогие друзья. И мы доехали к финишу. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, погнали снова, ребятки. 26 уровень. Прокатимся здесь и посмотрим, ребяточки, на что мы способны в этом уровне. Воу, ребята, воу. Вы только посмотрите на мою скорость. Я просто лечу со скоростью света. Воу, ребята, вот эта скорость. Вот это я не ожидал, ребятки, что может быть и такое. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко ждем, пока, ребятки, кран нас доставит. Так, а здесь нас кран заберет, как всегда. Отлично. Ой-ой-ой, куда ты, не перелетай. Газу! Вот это автомобиль, вот это я понимаю автомобиль. Ребятки, самый быстрый, самый мощный, самый у него такой продуктивный, ребятки, двигатель, который всегда готов, ребятки, идти до последнего, сражаться за свою победу и таким образом выигрывать, ребятки, все турниры. Так что, ребяточки, вот так вот. В принципе, как-то так. Тихо, тихо, тихо. Ни в коем случае нам нельзя врезаться назад, потому что мы, ребятки, сразу же взорвемся. Ох, отлично, ребятки. Показатели этого автомобиля, ребятки, просто на высоте. Посмотрите. Он без пробуксовки выезжает. Вы только посмотрите на эту красоту. Давай, 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 малыш. Ой-ой-ой-ой, поехал, поехал, поехал. Отлично, вот это Hot Wheels гоночки, ребята, настоящие гонки. Опа, так, стояночка, газу.
Газу, газу до отказу. Давай, давай, давай. Поехал, поехал, поехал. Вот это круто. Вот это, ребятки, мне эта игра в действительности очень нравится. Здесь очень классные трассы. Здесь очень много различных, ребятки, препятствий. Здесь очень много различных, ребятки, автомобилей. Вплоть до самых, ребятки, крутых. Ой-ой-ой, ребятки, вы видите, что происходит? А происходит, ребятки, буквально следующее. Мне... О, бензинчик. Бери канистру, отлично. В принципе, у нас и так бесконечный бензин. Но, ребятки, будет еще больше. Круто. Да, ребята, давай, 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 давай. Осталось совсем чуть-чуть. Отлично, дорогие друзья. И мы с легкостью справились с этим заданием. Ну что ж, ребяточки, поедем дальше. Посмотрим, что нас ждет в 27 уровне. Так, нам осталось буквально, ребятки, пройти еще чуть-чуть. И мы откроем новые автомобили, которые называются, ребятки, звери. Вы представляете, звери. Что это за звери такие? Потом в действительности посмотрим. Так, тихо. Собирался уже переворачиваться, что ли? Мы все равно доедем, я уверен, что мы приедем, и все будет у нас круто, круто, все круто. Так, давай, 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 малыш, совсем осталось немножко. Воу, газу, воу, погнал, 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 погнал. Нет-нет-нет, сальто мы уже не успеем, да что ж ты будешь делать, я, ребятки, совсем нечаянно подорвался. Сейчас мы эту всю ситуацию исправим. Давай, давай, малыш, пошел, пошел, пошел. Так, тихонечко. Газу, 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 газу. Отлично, просто замечательно. Так, тихо, стой, 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 стой. Куда? Ты не вздумай. Назад давай, продуктивненько выезжай на эту горочку. Поехали. Оу, круто, круто, круто. Все круто. Ого, ребята, посмотрите, вы только посмотрите, как классно. Как все классно это, ребятки, заканчивается. Так, давай, 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 поехал. Оу. Воу, ребята, трамплинчика, не хотите ли? Газу, ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, можно упасть. Но мы, ребяточки, с вами не сдаемся. Мы с вами обязательно доедем до конца. Обязательно проедем все, ребятки, что нам нужно. И это будет просто замечательно. Это будет просто, я считаю, классно, ребята. Ого, вот это да, вот это горочка неплохая. А где мы врезались в прошлый раз, ребята, здесь? Или нет, я уже и забыл. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Поехал, поехал. Вот это красавчик. Выехал все-таки из крутого пике. Ребята, вы только посмотрите, что у нас здесь ждет. Мост быстрее. Ух, отличненько. Круто, ребятки. Это было просто непредсказуемо и классно. Так, ребятки, последние три уровня в этом эпизоде, и мы должны их с легкостью с вами, ребятки, преодолеть. Ну что ж, поехали, посмотрим, на что наш Chevrolet SS способен. Так, 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 что здесь у нас? Ага, здесь мостики. Мы сейчас их проедем с легкостью. Здесь можно не бояться, проезжаем. Отличненько. Отлично, просто супер. Так, 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 едем наверх. Потихонечку, потихонечку, чтобы никто, ребятки, нас не увидел. Сальто. Отлично, ребята. Вы видели, какой мы рубеж с вами преодолели. Реально в воздухе, наверное, метров 300 точно пролетели. Если не больше, ребят. Так, отличненько. Поехали. Воу, круто. Воу, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Куда же ты едешь? Стой, 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 стой. Газу, 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 газу. Давай, малыш, я в тебя верю. Так, тихо, тихо. Тихо, 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 аккуратненько. Давай, газуй, 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 газуй. Стой, 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 стояночка, стояночка. Давай, малыш, давай, мощь. Разрывайся на всю. Ух, какие двигателя вон стоят. Ох. Что это? Что это было? Я не понял. Что это было, ребятки? Я взорвался перед самым финишем. Почему? Мне просто, ребятки, интересно, реально, почему я взорвался перед самым финишем? Что случилось? Да что ж ты будешь делать, а? Слишком крутая гора, что ли, для тебя, что ты не можешь выехать. О, поехал. Давай, 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 давай.
Давай, малыш, осталось совсем еще немножко. Я уверен, что ты сможешь. Конечно же, нет. Неправильно я набрал скорость, ребятки. В тот раз хоть я прошел этот уровень, а в этот раз что-то, ребятки, немножко сложновато. Давай, 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 давай. Осталось совсем немножко. Умница. Давай, давай, поехал. Вперед! Давай, отлично! Просто замечательно, я считаю, ребятки. Просто классно. Так, ну что ж, круто, ребят. Воу, опять я не успел. Да не долечу я, потому что я неправильно поступил уже. Так. Да как так-то я взрываюсь постоянно, ребят? Что это? Бывает такое, что я на одном уровне, ребятки, как подзависну, что в действительности сложно что-то будет даже придумать. Давай, давай, поехал. Смотрите, даже сальто сделаю ради вас. Видите? Давай, давай, малыш. Так, здесь я аккуратненько вроде ехал. Так, здесь тоже. Вроде бы гнать не надо. О, да, ребята. Опять у нас получилось сделать сальто. Я даже долетел, ребята, дальше, чем в прошлый раз. Вы только посмотрите на эту мощь этого автомобиля крутого. А почему я взорвался перед финишем, ребятки? Не скажете ли вы мне, что там такое стояло, что я взорвался? Ребята, мне просто интересно. Я уже доехал до самого финиша, но мой автомобиль каким-то образом просто-напросто, ребятки, разорвало. Ого! Слишком крутая, ребятки, гора, 90%. Но мы сейчас наберем скорость определенную на нее. Давай, 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 давай. Ох, отлично. Ой, здесь такая вот штучка, где мы можем, ребятки, притусоваться и перегазовать. Почему я здесь взорвался, ребят? Мне просто интересно. О, уже отлично проехал. В прошлый раз взорвался. Все, ребятки, отличненько. Мы прошли этот уровень. И, ребятки, переходим к 29 уровню. Посмотрим, что нас здесь, ребятки, ждет. Так, здесь у нас лифт поначалу. Ждем. Отлично. Газу. Бабам. Здесь у нас кран. Ждем. Ой-ой-ой-ой. Да что ж такое, видите? Эти ветродуи дуют, и специально мне так сделано, чтобы я проиграл. Тихо, тихо, тихо. Да что ж такое? Надо, ребятки, на ручник ставить автомобиль и держаться на ручнике, потому что по-другому просто-напросто невозможно. Давай, газу! Стой, 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 стой. Тихо! Тихо! Да что ж такое? Ребятки, оно реально меня сдувает. Я ничего с этим поделать не могу. Да что ж такое? Как мне продержаться на этом? Стой, 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 стой! Ну что ж ты будешь делать, а? Ну как мне тебя выиграть? Ребята, как их реально остановить? Кто знает? Я реально не знаю, ребят. Короче, ребятки, газуем до последнего. В итоге все равно взорвался. Так, давайте еще раз попробуем. Ребятки, если нет, будем играть в следующем эпизоде. Я немножко научусь играть. И мы, ребятки, пройдем этот уровень. И отличненько пройдем всю игру.
Нет, ребятки, мне надо вообще не дотрагиваться. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Подпишитесь, ребяточки, на мой канал, если вы еще каким-то образом это не сделали. У меня на канале очень весело, круто, много игр, ребятки. Я буду играть во что только пожелаете. Так что, ребятки, подпишитесь и до скорых встреч. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, ребята.